Держи свой йогурт. Ой, Аделька. То я просто перестану снимать видео. Доброе утро. Сегодня мы с Аделькой и Синей снимаем для вас новое видео. Недавно мы проснулись. Аделька сегодня дома. Ночью ее стошнило. Вот вы видите, на подушке плохо спали девчонки. Спали они сегодня с нами. И Сенька там пока сама с собой лежит. Аделечка уже встала. Вот, сейчас будем разбираться. Ну, возможно, что с обеда, там, где-то часов с 4 я ее отведу в развивающую школу. Вот. А сама схожу по делам. Возможно, и Сеньку оставлю дома. Сенька. Вот, но она спит еще несколько раз в день, поэтому сейчас я ее покормлю, и она будет еще ложиться спать где-то через часик. А мы с Аделечкой будем заниматься, потому что Аделечка спит только в обед. Но это упрощает, потому что когда двое детей, сложнее, чем с одним. Видите, Аделька какая большая у нас. Они вот так вот играют. Аделька потом может посмотреть телевизор, когда Есенька на нее залазит. Она ее обычно даже не прогоняет, да? Малышка, да, легла к тебе. Есенька, ты уже спать хочешь? Уже спать хочет. Только проснулась, уже хочет спать. Еще маленькая, еще она не отвыкла от этого режима. Девчонкам, ну, в основном Адельке. Вообще мы с Никитой стрелялись. Вот такие вот штучки. Жирафик и куала. В нее вставляются мячики. Вот он, и вон еще валяются. Сейчас мы вам покажем. Так, вот так вот. Вставлять хорошо, чтобы он стрелял. Опа, улетел. Вон лежит. Надо его достать. Вот, короче, вот такие вот штучки купила прикольные. Но Аделька заценила, в принципе. Надо убрать, чтобы Есенька их в рот не брала. Такие вот. И сейчас покажу еще одну покупку, очень классную. Вчера купила для Адельки, я просто в восторге. Сейчас я возьму ее. Покупка, кстати, из детского мира. На следующей неделе, может быть, сниму вам шопинг. Поеду с нашей крестной и сниму для вас шопинг. Так, это обувь. Просто по той цене, по которой она была, это просто обувь даром. Вы нигде такую не найдете, даже буш. Но в белорусских она стоила 19 рублей. Вы можете уже понять, да, что это за обувь. Так, это вот такие вот кроссовки. 20 размер. Они белые, смотрите, какая подошва с блестяшками. На липучках, короче, такие похожи на суперстары. Вот, очень классные, кожаные. Ну вот, как раз для Адельки, сейчас мы их и померяем. Они большеваты будут, конечно, потому что либо в идеале 19-й. У Лямы нога побольше, кстати, чем у Адельки. Но как они тут снимаются, эти резинки. Нам надо где-то отрезать. Да. Ну, сейчас мы примеряем, ничего страшного. Так. Чем был 19-й, было бы, конечно, еще лучше. На мальчиков там вроде бы ничего не было, мы с Полиной смотрели. Ну, вот так вот они выглядят. Ну, я хочу сказать, мне очень нравится, смотрите. Так, сидят они на ножке. Она на них, я думаю, стоять сможет. Ну, просто за такую цену, понимаете, даже если они большеваты. Как ты вкусно пахнешь. Так. Давай посмотрим. Ну, вот такие вот они. Пришел мне новый стол для рабочего места. Вот такой вот. Для клиента. Так что у нас уже есть стульчик. На улице у нас дождь, я думаю, вы видите, поэтому вряд ли мы сегодня куда-то пойдем. Что-то у вас давно не было видео, да, красули? Да. Да. Ой. Ой. Испугалась крышка. Ай-яй-яй-яй, чё ж ты кусаешься? Чё ты кусаешься? Что они не кусались раньше? Вот, что это? Опа. И это кусается. Видите, когда в них тычешь. Так, пришли.
Пошли мы на кухню. Надо нам помыть посуду. Давай посмотрим, что у нас там за окошком. Ой, Аделечка. Клоун такой, да? Клоун. А снега у нас еще нету. Нету, да? Снежка. Нету, зайка моя. Так, смотри аккуратно, Аделька. Садись. Да, вот я тебя подержу. Ой, тебе уже не хватает места, уже ты большая стала. Бомслом. Места не хватает. Сиди, сиди, я ее держу. Что-то у нас там непонятное, да, зайка? И птичек нету. Какой-то туман вот там, вон далеко. Так, йогурт тебе достать. Это мой смузи. Так, стой, Адель. Сиди хорошо, а то тебе неудобно держать. А тебе сейчас достанем твой йогурт. Что тебе тут накупили? Так, видишь тут какие герои всякие, супергерои. Это у нас улетные фрукты. Манго, груша и дыня, наверное. Не знаю, потом почитаем с тобой. Сейчас погреется и будешь пить. Держи свой йогурт. Ой, Аделька. Ну, если он разобьется. Все, закрывай холодильник. Сегодня в магазине, кто из Беларуси знает магазин Корона. И там, оказывается, делают вот такие смузи. Я купила одно, было с апельсином, морковкой и бананом. Безумно вкусно. Второе купила йогурт на банановый с клубникой. Тоже вот сейчас попробую. Стоит 3,10, не так дорого. И можно пару штучек брать на неделю, кто любит смузи. В принципе, вот такое вот можно даже дать деткам. Мы поставим чайник. Надо где-то обязательно помыть плиту уже, потому что я ее не помыла. У нас там вода выкипела. Вот, драники есть. Аделька, будешь драники кушать? Сейчас я тебе дам один. Да. Будешь? А Есеньке сейчас мы сделаем молочко. Сиди, моя хорошая. Пишите в комментариях, какие видео снимать. Ну, оно прям густое такое. Прям... Знаете, я бы сюда бы еще... Ну, это на йогурте, поэтому оно густое. Но я бы еще бы йогурт или молока добавила, чтобы было пожиже чуть-чуть. Потому что тут прям, знаете, такого вот как для людей, так и для веганов. Пишите в комментарии, какие вы хотите, чтобы я снимала видео, потому что очень упали просмотры, просто мизерные. Я не знаю, с чем это связано, но факт остается фактом, что просмотры просто ужасные, 10-15 тысяч. С учетом того, что у меня 90 тысяч подписчиков, я очень надеюсь, что к моему дню рождения мы добьем 100 тысяч. И для меня это очень странно, потому что вы все ждете видео, вы пишете, и тем не менее вы их просто не смотрите. И вы же прекрасно понимаете, что если так дальше будет с просмотрами, то я просто перестану снимать видео. На йогурт. Я сейчас пожарю колбаски. Короче, я придумала, налью немножко масла, их обжарю, а потом сделаю из кетчупа томатную пасту и дожарю. Потом отварю макарон к ним. Вот, а я налила... Ой, простите, еще йогурта и синьки. Сейчас мы пойдем с Аделькой, ее тоже покормим и уложим на второй сон. И тогда я Аделечке уже погрею драники. Да, Аделька? Пойдем со мной. Давай, ручку. Давай, спрыгивай. Давай. Спрыгивай, зайка моя. Давай. Опа, пойдем. Покушала и разгулялась. Я не знаю, как ее сейчас укладывать спать. Сейчас я ее... И Синюшка. Опа, ложись, я кладу такую бутылочку, упала. Ближе открываю. Сейчас выключу свет и буду ее гладить. Вот, потому что нужно ее укладывать спать все-таки. Давай будем спать, домой маленькая.